Дорогие мои дачники, я вижу ваши сообщения, вы жалуетесь, что ваши овощи достигли заветных размеров, но вот зреть они почему-то не торопятся. Поэтому давайте сегодня составим универсальный дозреватель. Коктейль, который поможет ускорить процессы созревания вашего урожая. Почему не зреют ваши овощи? Во-первых, потому что им не хватает питания. Они сидят и ждут, когда вы им дадите порцию какой-нибудь вкусняшки, чтобы они смогли вам накопить больше полезных веществ и сахар, то есть стать вкусными. Вот поэтому они и зреют неохотно. Первое, что я буду использовать, возьму универсальный эликсир для овощей. Взять можно 1 мл на литр. Если нужно ускорить созревание еще быстрее, то можно взять 2 мл на литр, но больше нежелательно. Следующий ингредиент нашего коктейля будет микробиологический препарат. Он содержит бациллус субтилис в небольшом количестве, что препятствует развитию заболеваний, сейчас это важно. Но самое главное, что здесь азотофиксирующие и фосфор-калий-мобилизирующие бактерии. Они переводят питание в удобоваримую, доступную форму, что нам сейчас очень важно и нужно. Буквально из расчета 15 мл на 10 литров воды. И третий компонент коктейля – это тоже микробиологический препарат, который содержит бактерию Bacillus subtilis. Несмотря на то, что в этой бутылочке Bacillus subtilis есть, тем не менее я действие хочу усилить, потому что в конце сезона накапливается слишком много болезней. И также возрастает риск заболеваний, даже если их нет. Поэтому постараемся предупредить. Вместе сразу дадим все, что нужно, чтобы не делать лишней работы. Микробиологические препараты, которые я использовала, это живое удобрение и биозащита от болезней, комплекс БТУ под маркой «Экодачник». Выращивайте органическое с биопрепаратами от «Экодачник». В первую очередь коктейль достается перцам, потому что они самые тугодумы. Вроде бы увешаны все плодами, но зреть действительно не хотят. Брокколи Фиеста у меня сейчас закладывает второй урожай на пасынках. Тоже нужно дать порцию питания. Проблем с созреванием томатов у меня абсолютно нет, потому что своим растениям я вовремя даю порцию питания. Посмотрите на это великолепие. Перед вами гибрид уже всем известный. Это Любаша. Настоящие гиганты у меня, конечно, тоже есть. Ждем, когда они поспеют. Здесь будет вес свыше килограмма. Такие результаты показывают сортовые экземпляры. Например, прелесть розы желтой или легенда Коктебеля. Томат красный. Но в любом случае порция питания и защиты от заболеваний этим томатам тоже не будет лишней. Вы довольно часто задаете мне вопрос, а когда можно есть томаты после такой обработки? Да хоть сразу. Опрыснули? Можете помыть и сразу есть. Даже если вы не помоете, с вами тоже ничего не случится. Это абсолютно экологично и безопасно для вашего здоровья. Если у томата вот так лодочка кверху скручиваются листья, то это происходит от жары, может происходить от нехватки влаги. И в основном себя так ведут именно сортовые экземпляры. Гибриды, как видите, чувствуют себя отлично. У гибридов стрессоустойчивость намного выше. В этом сезоне мой самый главный помощник – это, конечно, опрыскиватель. Просто незаменимая и удобная вещь. Ну, во-первых, потому что он автоматический, и это действительно важно. Просто нажимаю на кнопку, автоматически он включается, держать кнопку не нужно. Распыление идет качественное, очень мелкое, как туман. Опрыскиватель работает, не захлебываясь. Если нужно опрыскать, например, яблоню, на кончиках вы видите тлю, достать, разумеется, не можете, то здесь есть второй режим в виде вот такой вот
большой длинной струи. Как видите, отработал сезон. Опрыскиватель, он не сломался. Но это еще во многом благодаря тому, что у него есть вот такая сеточка, которая не позволяет вовнутрь попадать мусору. Поэтому прослужит он долго. Объем опрыскивателя 2 литра. То есть в дамской руке полный опрыскиватель держать совсем несложно. Если вы один раз полностью хорошо зарядили опрыскиватель, то его хватает на 25 полных баков без подзарядки. Зарядка входит в комплект опрыскивателя. Мой садовый помощник называется Зёма. Спрашивайте его в магазинах и в интернет-магазинах. Купить опрыскиватель Зёма вы можете в любом из магазинов-партнеров, представленных на сайте производителя зёма.shop.